Меня сейчас смех разразил. Вот оттуда пошла толпа туристов. Скорее всего, это немцы. Посмотрите, они все бредут со своими чемоданами. Хер знает куда. Ну, может, в автобус, конечно. Вообще, вокзал там. Но немцам лучше знать. А я сейчас поставлю все пивко и винишко. Ну, почти все. А далее пойдем по теме. Коллеги, любимые, мне прислали такую тему. Мне все нравится. Ленинграда. Что, типа, мы тут подумали коллегиально, коллективно, что Денис, и включили мне песню. Песню про алкоголик и придурок. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ру. Нет, ну а что поделаешь, если выпивать иногда надо. Затем, чтобы войти в другие частоты понимания мира. Тра-та-та-та-та-ра. Так, второй день. Я почти что уверен, что у меня не хватит пленки, назовем это так, чтобы снять все места, где я буду. Но удалять я ничего не буду. Пленка закончится. А на этом и закончится путешествие. Но, по крайней мере, фотографии я смогу сделать. И без этого на телефон хотя бы какие-то. Вот. Стадионы ФС. Третье место. Все, поперли. Иногда, друзья, на трапах, а то есть на платформах, нет места, где можно валида сделать. Соответственно, его нужно делать, спуститься вниз туда и сделать там. 10.43 или сколько там, не знаю, но сейчас идет задержка, и таким образом дилей пишется здесь. 8 минут 46, ну то есть минуты через 4 он будет. Вот. Такое вот маэстро у нас. Иногда они задерживаются. Это нормально. Мне как бы это вообще нормально. Ну что ж, вполне. Второй раз. Вот что там, кстати, вчера. С пивата я и уезжал. В Агоне сейчас было много русских. Русские почему-то часто избегают друг друга. Часто, я бы не сказал, что всегда, и может быть сейчас тенденция уже. Не знаю. Может быть, они друг другу уже надоели в нашей стране. Типа, дайте мне там уже что-нибудь лучше. Вот. Так, да, это еще раз я показываю. Вот это сам Толичев. Сильно много попытаюсь сегодня не снимать, потому что реально карта памяти заканчивается. Давайте, друзья. Не обижайтесь. Друзья мои, я, конечно, понимаю, что русские самая крутая нация. Хотя, конечно, с этим можно поспорить. Но уж не с нами же русскими об этом спорить, да? Но итальянцы. Итальянцы это супер отдел. Просто охуенчики. Потому что вот я сейчас просто подошел к Итало-Трену красное. Просто знаете, спросить на всякий случай. Завтра мне отсюда ехать. А у меня распечатанный билет. Хотя его можно не печатать, но лучше, наверное... Хотя нет, можно не печатать, но он, главное, есть. Я имею в виду, если вы куда-то хотите съездить, то сервис GoEuro очень классный. Прям рекомендую. GoEuro – это по покупке билетов и по ориентировке вот на местности, по крайней мере, на более-менее неплохой ориентировке и прокладке именно пеших маршрутов. Maps.me идеально. Вот реальная тема. То есть понятно, что там у всех сервисов есть какие-то недоработки и так далее, но все можно. Но еще раз повторюсь, здесь я не собираюсь ничего покупать, я имею в виду вот ездить на Вапорета. А сейчас я пойду, как вчера обратно возвращался, но сейчас я пойду на ту улицу. Я надеюсь, я ее найду. И я там собираюсь покушать, пописать, ну и выпить. Кстати, свой коктейль, который мохито, на основе там лайма и так далее, я уже выпил. Очень круто. Постараюсь не тратить деньги. Специально взял себе мало денег, чтобы даже не было возможности их потратить. Вот. Все равно я восхищен, жутко восхищен.